яблоки тоже крупные, большие выросли. Это вот вкусные яблоки, яблони. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые подписчики. Приехали мы сегодня снова. Занимаемся, продолжаем заниматься огородом, приводить его в порядок. Вот тут я накрыла материалом, посадила сюда овес и рожь, чтобы птицы не склевали. Вот специально накрыла материалом. Потом они прорастут, и я их грядки эти открою. Тут то же самое, привела в порядок всю грядочку. Тут вот сняла морковку. У нас, представляете, стало, опять пришли земляные крысы. Прошлый год вроде как не было их. В этом году опять они появились. И начали сжирать, поджирать нам морковь. Я смотрю, там несколько штук таких выдрала, а там то половина моркови, то вообще нету. Поэтому я решила морковку тут убрала, обе грядочки. Там немного ее, в принципе, оставалось. Вот, чтобы привести ее в порядок тоже. И тоже посадить овес и рожь я купила. Вот сейчас покажу, как сажаю. Может, кому-то будет интересно. У меня не на всех грядках фацелия, потому что фацелия очень дорогая. Поэтому я сажаю разные сидираты. Там вот у меня две грядки с фацелией. Это вот вместо лука, лук, который мы убрали. Вот. Тут у меня рожь и овес. Тут тоже будет рожь и овес. А горчицу я, может быть, посажу там, где у меня растет картошка. Картошка у нас побила фитофтора. И у меня вот тоже. Поэтому надо будет сегодня пообрезать все. Меня еще, конечно, замучила американка. Мы ее убираем в течение лета, ну, я не знаю, сколько раз. И она все равно ползет, потому что у нее очень много семян. Она так же, как борщевик, но она хоть не ядовитая. А так, если один цветок остался, то он потом распространяется потом на все поле. Поэтому боремся с этой еще американкой. Вот арбузики привела в порядок, там все пасынки поубирала, чтобы у нас хотя бы эти... Так, я думала, там вообще нету ничего. Оказалось, нет, все поубирала. Там штук 7, наверное, арбузиков есть. Дынь вообще нету. Ну, там парочка штук всего есть. Поэтому вот сейчас доделаю огород. Хочу. Плюс у меня вот там растут огурцы. Тоже приведу их в порядок. Я сегодня еще подкармливала их сульфатом калия. Потому что калий нужен всем растениям, чтобы они вызрели побыстрее и повкуснее. И если помидоры, то красные были. Если огурцы, то их побольше было. Вот. Не по размеру, а вообще побольше. Поэтому занимаемся огородом. У меня спрашивали, когда стройка начнется. У меня, понимаете, у меня сейчас времени нет на стройку. У меня пока не хватает рук, считай. Надо огород привести в порядок. У нас закрутки начались. То есть и закрутками надо заниматься. И сбором урожая, и грядками. И она же зарастает. Они же зарастают тоже. То есть приходится приводить и грядки в порядок. Я не люблю, когда все заросшее. Вот. Люблю, чтобы все чисто было. Все красивенько и аккуратненько. Поэтому, а так как постоянно идет дождь, то дождь, то жара, то, соответственно, очень быстро все растет. Особенно трава. Вот, поэтому занимаемся огородом вот уже который раз, который день. Приехали сегодня втроем. Егорка у нас в детском лагере. На 2 недели он уехал. Вот. Ну, ездим, конечно, первые 2 дня обязательно приезжали. Он там, чтобы попривык. Тяжело ему пока отрываться от семьи. Маленький он еще, конечно. Но в любом случае надо приучать его тоже к самостоятельной жизни, чтобы он учился. Я сама в лагере ездила, и дочка у меня ездила, так что ничего страшного, пусть учится немножко самостоятельности. В общем, вот такие дела, занимаюсь огородами. Спасибо вам за советы, которые вы мне подсказали там. Вот, кстати, по поводу лука, да, мы, конечно же, его сушили. Он у нас сох больше месяца на батарее.
Единственное, вот по поводу стрелок, я не знала, что их можно отрезать, тогда луковица пойдет в другую сторону расти. Вот спасибо вам тоже за совет. Не всегда отвечаю вам всем на ваши комментарии, потому что, ну, просто времени не хватает. Но читаю все комментарии, так что вы не волнуйтесь, пишите. Я с удовольствием читаю и по возможности буду отвечать. И отвечаю. Вот, в одном пакетике у меня овес, а в другом пакетике у меня рожь. Как я сажаю? Делаю вот такие грядочки. Ну, небольшие, короче. Вот так вот. И потом сажаю через одну лунку. То есть получается вот этот рядок овес, потом рожь. Овес, рожь. Вот так я сажаю эти сидираты. Конкретно овес с рожью. Сейчас покажу. Вот видите, я овес насыпала. Вот сюда овес через луночки. Теперь вот уже тут буду сажать рожь. Семена вот разбросала. Теперь буду закапывать потихонечку все. У меня закрою потом пленочкой, чтобы они взошли, и будет хорошо, будут они расти. И овес, и рожь. Можно пшеницу посадить, можно любые сидираты, но я вот эти люблю, эти сажаю. У нас гроза началась. Вообще сегодня целый день периодически шел дождь. А сейчас к вечеру вообще гроза началась. Вон уже тут какая лужа. Ливень сильный. Гремит. Молнии сверкают. Сильный очень. Давно такой грозы не было. Мы в прошлый раз оставались, и тоже такая же гроза была. И сейчас то же самое. Повторяют. Такой сильный-сильный дождь. Как там наши детки в детском лагере, не представляю. Там в лагеря, лага, наверное, в корпусах они там находятся. Мне вчера привезли бревна для столбов. Будем продолжать делать забор. Надо будет кору всю снять, опалить, отрезать по размеру. Вот мы двухметровые ставим. И это уже можно будет ставить дальше забор. Хотя сделать дальше забор. Сейчас занимаюсь покосом. Это уже следующий день. Вот. Там ту сторону всю я скосила. Все скосила. Начала косить эту сторону. Но тут у нас очень много нападало яблок. То ли траву кошу, то ли яблоки. В общем, решила сначала эти яблоки собрать. Потом уже ветер сильный был. И нападало очень много. Вот с этого белый налив. Видите? Это я уже... Кучи просто, кучи. Тут вот целая тачка почти уже. Потому что ну, косить вообще невозможно. Летит все в глаза. Хорошо, у меня защита есть. Такая специальная маска. А то бы у меня, наверное, куча фингалов бы уже было на лице. Так что сейчас соберу все эти яблоки. Вывезу. И потом уже буду дальше косить. Ну, мне сегодня, наверное, бензина не хватит. Хотела все скосить. Я уже несколько часов кошу, но надо ехать за бензином. Яблоки такие крупные, хорошие выросли. Прямо. Кому надо яблок? После яблочного спаса можете приезжать и набирать. Потому что яблок море. Просто море. Вот. Кто поблизости живет, с удовольствием отдам хоть несколько мешков. Хоть сколько сможете набрать. У меня в основном поздние сорта, только есть несколько деревьев таких более-менее ранних. Поэтому, может, кому-то на соки, на компоты, кто поблизости, приезжайте.
приходится выкидывать. Тут вот, допустим, половина хороших, но я уже выкидываю, потому что они на земле лежат, они мягкие. А я не люблю мягкие яблоки. Кто-то говорил про золотые шары. Они у меня есть, только их немного. Только кустик вот такой. Соседка когда-то дала. Надо будет еще посадить. Они мне нравятся. Высокие, вдоль забора посадить. Вот хорошо. Возьму еще потом у нее. Сегодня хоть погода хорошая. То вчера целый день дождь лил. Облачка плывут по небу. Хорошо. Корночерноплодка созреет. Любим мы компот с яблок и черноплодки. Очень вкусно. Тут у меня малинка спряталась. Крупная. Крупная. Приехала к Егору в лагерь. Лагерь стоит на берегу реки Волги. Тут сосновый бор. Очень красиво. Сейчас покажу. Такой, такие сосны прекрасные, красивые. Я его жду. Сейчас он, у них тихий час. Потом полдник. И вот после полдника мы встретимся. Я привезла там ему одежду кое-какую. И заодно вкусняшки. Поэтому решила прогуляться. Весь лагерь, вот он, там сосны кругом. Не знаю, слышно меня, не слышно. Ветер сегодня, ветерочек с Волги. Но тут красота, конечно. Запах какой обалденный. Сосновый. Люблю этот запах. Лагерь «Юность». Зашла у меня дружными всходами рожь и овес. И тут, и вот на этой грядочке. Видите, как различаются они. По цвету даже различаются. И там зашло все. Слава Богу. Хорошо, что я накрыла. Видите, так бы, конечно, птицы бы склевали. А так все взошло у меня. Там фацелия. Так что все хорошо. Приехала сегодня ненадолго. У нас дожди идут. Поэтому я приехала буквально собрать огурчики, помидорчики. В теплице полить немножко. И поеду. Закрутками занимаемся. Сейчас перерабатываем урожай большой. Поэтому некогда даже тут на огороде пока и на даче что-то делать. Вот разве можно что-то в такую погоду поделать? Погода вообще не дает ничего делать. Только начала собирать огурчики с помидорчиками. Часть собрала. И все. И такой ливень просто кошмарный. За 5 минут, смотрите, лужа образовалась. Просто сильный-сильный дождь. Сегодня обещали дожди, но я не думала, что прям... Такое ощущение, как будто, я не знаю, небо выливается на нас. Такой сильный дождь идет. Нам пришла очередная посылка от Василька. Мы сейчас будем все мерить и показывать. В этот раз мы заказали для Егора, он у нас же в школу идет, и заказали разных футболочек красивых. Егорушка, помери, пожалуйста, вот с дракончиком. Вот. Потом вот такую футболку черную заказали. Там сейчас столько расцветок разных, красивых, интересных. Потом белую. Белая, с тигром такая новенькая. Спортом заниматься ему. Покажемся маме, покажем.
Какой красивый. Показ? Ты видишь его, да? Все отлично. Так. Потом у нас еще вот такая. Голубенькая. Иголка оденька голубенькую. Такие вот яркие они, красивые. У нас просто он залито, все истаскал. В лагере все половину потерял где-то чего-то. С кем-то обменялись они там. Ну, в лагере он в лагере есть, да? О, какая красивая, смотрите. На меня-то повернись. Посмотри. О, класс. Хорошо ему. Ну, и трусиков разных заказали тоже. Вот они хорошего качества, ему очень нравятся. Со спортом и с машинками. И вот разные-разные вот всякие трусики ему заказали. Ой, вот новенькие. Такие вот красивые. Потому что в школу идет, надо, чтобы все новенькое было, все красивенькое. Так, теперь, что мы еще заказали? Мы заказали вот точно такой же плед, который мы заказывали до этого. Мы на дачу их заказывали, сейчас я покажу. Этот плед немножко другой, он как бы двойной, такой толстенький. У нас просто у Егора в комнате нет пледа большого. У него большой диван стоит, а там в основном маленькие вот такие покрывала. И я решила такой плед покрывала заказать ему. Серенькое такое. Нам они понравились, они не марки и в то же время такие современные. Поэтому заказала ему. Это тоже Егору. Теперь, что у нас больше всего идет в ходу, это пододеяльник и постельное белье. Мы же часть, которую заказывали, мы кому-то подарили, кому-то отдали, увезли на дачу. Вот. Купили вот такой пододеяльничек с наволочками, комплект. Вот. Вот такой серенький, темненький. Это в основном мальчишкам. Для Егорки. Для Егора, да. Вот. Ну, вот такие простынки тоже. Видите? Вот такого цвета. Подсвечивает. Подсвечивает. Угу. Вот такого цвета. Ну, простые простынки. Это просто небольшие, двухспальные. У нас хоть и, вот, допустим, у нас кровать полуторка, но стелим мы двухспалку, потому что ее лучше заправить, чтобы она не вытаскивалась. Потому что, ну, дети, они же знаете, как спят. Поэтому вот Егору такие просто не побольше и потемнее этот. Посылка для Егора. Да, короче, это посылка у нас к школьному году для Егора. Поэтому заходите, кому надо, к школе. Новые футболочки для физкультуры. Кому надо, детям. Кому надо, постельное белье. Сейчас очень много всего появилось в Васильке. Разных многих товаров. И покрывала там, и подушки, и одеяло, и что хотите, каждой душе угодно. И для детей хороший такой трикотаж, и для взрослых. Поэтому рекомендую. Под видео будет ссылка на этот магазин. Спасибо Васильку огромное за предоставленные нам товары. Всего доброго. А на сегодня все. Всех благ вам. Спасибо за то, что пишете комментарии. Спасибо, что те, кто у нас подписались на канал. Всего вам доброго. До свидания.